Ребята, всем салют, мы снова с Юрием, приехали, проделав длинный путь, сколько у нас, 200 километров, да, вышло, а у вас еще больше, приехали в предвкушении, что сейчас посмотрим вообще классные салоны аквариумистики, классные эскейпы, аквариумы, рыбок каких-то интересных, приехали, хорошо, что я даже камеру не доставал, все это не показывал. Реально вдвоем расстроились, столько ждали, столько ехали, а тут вообще ни о чем. У нас даже по-местному есть получше магазины, в которых и ассортименты, рыбка получше. Ну, кое-какие фрагменты я вам, конечно, сейчас покажу, посмотрите. Но это самое-самое лучшее, что я мог найти в этом магазине. Но сейчас еще едем дальше. Еще этот магазин есть. Возможно, там нам повезет больше. Надеемся. Вот мы, ребят, уже Коли Зоу. Намного все поярче, вообще все покрасивее, все посочнее. Ничего не хочу сказать, ничем обидеть тех владельцев магазина, но тут намного получше. Вот такие малыши. Вот рука. Вот такие малыши, они здесь едят. Ух. Вот так вот на улице еще. Это емкости чисто для улиток, я так понимаю. Тут куча, и он еще тут на зиму, я думаю, всех убирают отсюда, так как он и растения. Еще Юра вот увидел, здесь много-много дафнии есть. Тут плавает, конечно, камера плохо может фокусироваться, но есть тут дафнии. Где-то здесь, может, в тенечке я вам покажу. Вот она. А вот, чтобы обслужить такой бассейн, надо иметь вот такой вот фильтрик. Совсем-совсем небольшой. Вот тут тоже товарищи какие. Здоровенные. Сейчас съест еще. Ого. Еще бы чуть-чуть и лишился бы пальца. Тут поменьше. Но тоже интересно. А вот, ребят, для тех, кто, у кого планария, борется с ней, есть такие вот таблетки, 4 евро стоит. И вот это сама ловушка, но это просто ловушка, в нее, сами понимаете, планария не будет залазить. Но если взять вот эти капсулки, развернуть, так сказать, то внутри сюда насыпать, тут даже инструкция есть, видите, средняя, и планария сюда будет заползать. Вот все, потом подловили их, вытащили и убрали. Ну, конечно, такой более механический способ, но все равно лучше, чем ничего. Ловушка 9 евро. Но я такие видел на Алиэкспрессе, так что тоже там посмотрите. А вот таблеточки не видел. Конечно, можно на кусочек мяса, либо на какой-то корм, но я думаю, эта штука поэффективнее. Но не испытывал. А вот, ребятки, лава. Многие любят. А вот, смотрите, ценник. Лавы. Как он? Я люблю лаву, но не за такие деньги. Вот, ребят, смотрите, практически все 8 евро. Ну, не считая там каких-то исключений здесь. Вот здесь, здесь. Все 8 евро. Ну, 7,99, если быть
честным. Разные растения абсолютно. А в том магазине все по 15 было. В таких же стаканчиках все. Как бы смысл там покупать. Дорого там очень.